едет Оксана, не Оксана едет. Сегодня среда, цыганский рынок. Она. А что ты такая серьезная? Аж привет. Странно. Слушай, мы Анечку с собой возьмем. Анечка, Анечка, залазь. Только здесь, возможно, надо кресло отодвинуть. Ничего. Сын в Питере на корабле. Ну, нормально. Пока стоят. Ну, Пашин, как написал, пошу как раб. Правильно. Тяжело в учебе, легко в бою. Ну, так он кадет, о чем он хотел. Конечно. Там, видимо, ему каждый говорит, иди налево, иди направо. То убери, то принеси. Ну, да. Машин сколько? А что? Чего все сюда прутся, я не понимаю. События раз в неделю. Господи, Черноморский рынок. Я бы не сказала, что здесь цены дешевые. Я еду посмотреть, может, какая-нибудь тряпка там, блин, по дешевке будет такая, знаешь. Раньше можно было что-то нарыть. А что, у меня Иринка приезжает и каждый раз себе брюки покупает. Она говорит, что в Мурманске таких ни разу не видела, какие тут продают. И обувь она тут себе покупала. Не приткнуться. Да вообще, что это я не пойму, блин. Что, не знали, что я приеду? Вы мне местечко оставили. Так, тут я не поеду, сейчас, блин, здесь, ну, все покорябло. Придется оттуда зайти. Вот не люблю, когда муж меня останавливает. Хер его знает где. Иди пешком потом. Зачем-то на машине приехали, я могла бы и на автобусе, типа, как бы приехать. Ой, да тут Черноморский пешком можно дойти. Ну да. Так, сегодня что-то прям ажиотаж. Прям народу. Уже Аня говорит, может, зарплату дали? Что такое народу столько? Прям очереди стоят. Чего только нету. Чего только нету, а ничего не хочется. Что это? Ведь должен, по идее, привет. Здрасте. Здравствуйте. Здравствуйте. Красота какая. Ну чего, за макаронами? Да. Пошли. Ой, как сегодня весело-то. Да, одно развлечение в Черноморском. Цыганский рынок. Так, а где макарон? А вон там макарон-то. Иринка, приезжай быстрей. Она уже там дни считает. Ну что, немножко осталось. В конце апреля, в 20-х числах, приедет с внуками с моими. Люди в шапках ходят многие. Маслянка, бандоль, гороха-разворуха, зеленая гречка. Ой, господи, лобио, чечевица желтая, зеленая, красная. Ласточка, ой, господи, чего только нет.
А это по 35, это сажать уже ее, что ли, наверное? Старая, да? По 35. Яблоки по 35, по 20. А тут по 10. Так. Аню потеряла. Думаете, не опасно ее вот так покупать? Я что-то боюсь всегда. Да, сегодня что-то случилось. Столько народу. Прям за квашеной капустой очередь стоит. Газету какую-то мне в руки сунули. Время че. Масло какое красивое. А вот зеленый с белым. Я все время Аню теряю. Ну чего? Что ты хотела? Я хотела апельсины, но они легкие все. Значит, будут плохие. Ну да. Ой, какая красота. Тюльпанчики уже. Это я не знаю, как они называются. Так, опять потерял. Так, Аня пошла по творожку. Мы на рынок. И черный на рынке гуляет, ходит. Вот так, да. Да, недостриженный. Ну ты что тут делаешь? Ты что тут делаешь? А я девочкам и пишу, о, это еще не один раз его стричь надо. Да? Да? Зачем? Ну, придет. Если придет, скажи, куда я денусь-то, да? Погуляю, да приду. Вот Оксана купила цветочек. А мы тыкву, морковку. Ну что, мои хорошие, съездили мы на рынок сегодня с Оксаночкой. Потом приехали ко мне, разобрались с ее заказом. Заказ был давно уже, в ноябре еще, но было мне не до этого, поэтому... Вот, что нужно сделать? Вот эти бусы, они настолько жесткие. Там такая леска толстенная, что невозможно и, конечно. Вот, надо сделать, чтобы они были такие живые. Вот, я так начала уже, но буду делать. Так, теперь что? Вот эти бусы. Ей нужно удлинить, убрать вот эту на нитке болтающиеся эти штуки. Вот, удлинить, потому что есть еще, ну, точно такие же бусинки, кругленькие. Вот. Вот эту удлиним. Вот с этими она говорит, что вот такие она не хочет. Ну, чего-нибудь, ладно, будем думать. Потому что вот этих-то, конечно, мало. Это такие, как монетки. Но их мало, они разной толщины.
Поэтому не знаю, будем думать чего-нибудь. Вот. И еще вот из таких надо собрать бусы с эффектом кракле. Их тоже немного, но у меня есть вот такие бусинки такого же размера. Поэтому сделаем. Вот. И еще жемчуг тут вот такой вот. Из этого тоже надо будет чего-то собрать. Вот, так что работы хватает. Никак не могу доделать Ирине. Там настолько маленькие отверстия в бусинах, что не знаю, что и делать. Так, ну и чего я еще сделала за это время? Вот эти бусы Марине удлинила. Они были короткие, прям под шею. Я тут добавила. Вот, и удлинила. Это еще, конечно, Советский Союз. Так что камушки стоящие. Вот, так что вот сделала вот такие бусы. Так, и потом, ну, еще такие, знаете, вот захотелось мне похулиганить. Вот. Ой. Сделала симметричные бусы. Сейчас это модно. Это, конечно, такой летний вариант. Вот они вот так вот. Не знаю, о вкусах можно спорить, можно не спорить. Кому что нравится. Вот такие бусы. Бусы, говорю, серьги, господи. Заговорилась. Вот, и сейчас, когда у меня наладилась более-менее жизнь, уже прям хочется делать. Делаю вот такие вот простенькие. Так что, мои хорошие, работаем. И цемент у меня еще в деле. Доделаю, вам покажу. Вот, ну а пока все. Пока, мои дорогие. Всем всего доброго и хорошего.